Всем привет! Вашему вниманию я хочу осветить сейчас вот еще проект Ричарда Джеймса и Майка Парадиниса. Ну, я уже показывал эти диски, кассеты я купил, точнее не диски, а кассеты. И вот очередная кассетка, сейчас ее подробнее рассмотрим. У меня, да, есть лицензионный диск такой. Это к тому, то, что вот мне иностранцы писали, различные люди, я там переводчиком воспользовался, чтобы там понятно перевести смысл. И некоторые, один точнее человек там писал, там что там типа ха-ха-ха, там фейку радуешься, ну по поводу вот этой кассеты. Я хочу сказать, чтобы это не было. Другие, наоборот, позитивные там писали свои комментарии. Фейковое, не фейковое, понятно, это бутлег, находящийся в Тюмени. Вот, легендарное такое сибирское издание там находится, в Сибири или Урал, это тоже спорный момент, вот, и поэтому я хочу сказать, ну, как бы не обозвать это все-таки этнически, это ладно, будут в этом разбираться. Я по поводу музыки, что если это вот и бутлег, если где бы он даже в Польше не был сделан пиратами, или вот так сделан у нас в России, в Тюмени, то это качественно сделано. Качественный принт, хроника кубика, вот этот вот бутлег, лейбл бутлег, который вот так вот переиздавал в 2007 и 2008 годах. Вот эти вот вещи, лимитированные по 200 копий. Пожалуйста, тут штрих-код, баркод имеется. Вот, Made in Europa написано. И дизайн ничем не отличается, как от лицензионного диска. Я потом покажу на другой квартире, у меня просто лежит диск. Я уже показывал, там в полной коллекции. Полной коллекции Aphex Twin'а. Показывал этот диск, вот тоже такой, и можно сравнить. И по дизайну очень хорошо, хорошо тоже здесь все выполнено, и на самой кассете тоже вот прорисовано все, прописано, прорисовано. Вот я имею в виду, вот здесь вот тоже лицо. Цвета подобраны отличнейшие просто кассет. Ну и поэтому, а то, что там какую-то свою желчь кто-то говорит, так этой желчи среди русских много. То же самое, как и среди иностранцев. Вот. Но мне пока только такой вот один желчный иностранец попался. Что я хочу сказать? Сами по себе, вот будь то как Ричард Д. Джеймс из Ирландии, или будь то из Шотландии, Birds of Canada или другие группы. Многие все у нас были в России. И по своим названиям, вот водка, или вот то, что он там, девушка, его жена Ричарда Джеймса, она из России, русская женщина. И то, что у них любовь к России, взять там Мома Грави, допустим, тоже с лейбла Pork Recordings. Они, допустим, я вспоминаю название композиции Russian New Year, русский Новый год. И я хочу сказать, я сам был на многих исполнителей, но вот это совсем рано, приезжал в 89-м, по-моему, году, Ричард Д. Джеймс, Aphex Twin, в Россию. Я не был. А вот с кого ранее был, это был и Prodigy. Это был и Massive Attack, это был и множество раз к нам приезжали Red Snapper, и множество приезжали к нам и приезжали Plate, я был, и также Bonobo приезжал, и приезжал Funky Porcini. Джеймс Брадл, но Фанки Порчини я, к сожалению, вот пропустил, не был.
И много кто еще, кто был, где, на ком я не был. Люк Вайберт я был. На Люк Вайберте, он же Ваган Христ. И тоже я буду Люка Вайберта пополнять коллекцию, потому что у меня пока дети росли, кто-то пишет, что я там занудные, нудные ролики веду. Ребята, я еще всем говорю, отпишитесь от меня. Я никого ни к чему не принуждаю. Какие-то лайки там ставить, эти пальцы вверх, какие-то колокольчики саные жать. Я призываю просто отписаться и не слушать. Я для себя это веду, для потомков и так далее. Просто хронологию. Вот как здесь вот идет вот лейбл «Хроника Кубика». Вот и я вот свою хронику веду. Все, вопросы отпали. Здесь, это сейчас у меня «Волк стоит сказка», мини-диск. «Кто сказал волк?» Рассказ называется. Но это не сказка, это рассказ. Детям я уж так ставлю сказочки. Давайте поставим кассету. Вот она ни разу не вставленная. Мы ее прямо сейчас вставляем. И начинаем прослушивать, что здесь есть. Собственно, я, по-моему, более чем подробно объяснил. Но давайте еще раз покажу. Эксперт Кноп Твидлерс. Я английский не знаю еще, моя прореха. Можете смеяться, можете критиковать. Хотя я по поводу этого критики не слушал. Буду изучать. 2007 год, видите? Хроника Кубика, бутлег. И имеет ЧУ 0.10. Десятая маркировка, потому что, допустим, другие, они имеют там свои там свои. Тут limited edition, видите, 200 копий, о чем я говорил. Тут 200 пронумеровано. А это номер по каталогу, это 32-й, это в 2008 году выходил. А ГАК, он, наверное, 11-й по счету. 2007, да, из 200 это 176-я копия. И вот каталог 009. Есть и другие вещи. Но я вот взял именно Aphex Twin, его проекты. Вот. Я вот здесь вот только не найду по каталогу. А каталог 10 не найду по лимитированное. Сколько тут вот из 200, сколько их сделано. Вот это вот. Я тут не вижу вот этой подписи. Ну и ладно. Вот, а так это очень такая надежная упаковочка, хорошая. Ну, не буду расхваливать, давайте послушаем. Так, сейчас. Вот, видите, еще раз вставляю вот эту вот совершенно нулевую кассету. Майк энд Рич. Страна А, страна Б, страна А. И включаем тейп-ту-тейп.
Thank you.
Вот еще раз всем пока. Вот такое издание, вот такой бутлег. Счастливо. Слушайте, наслаждайтесь, покупайте себе лицензию. Я сам за лицензию. Но это следующий трек. Все, пока.